Добрый день, уважаемые инженероводы. Сегодня планировал сделать другой сюжет, но ночью прошел приличный дождь, и я вам покажу кустик, мой третий кустик. Ай-258. Вот ящерка сидит, а вот выше бреба. Бребы две. Специально для второй он там почистил этот листик, чтобы вам было видно. Два вот таких вот плодика. И они уже готовы к съему. Вот я их сейчас сниму. Такая краска, не крупная. Сразу говорю, потому что, как вы могли видеть, вот с этого куста, он рядышком, вот с этого куста. Сами видите, высота уже его какая. Я снимал бревы 200 грамм с лишним видео. Недавно было, в этом месяце. Ну и снова сейчас покажу вам этот кустик. Сейчас сниму, наверное, вторую бребу. Тут сыро ходить сложно. Так, да, вторую бребу тоже надо снимать, она мягенькая. И вот так шикарно выглядят эти плоды. Сами видите. Так, сейчас я вот этот, наверное, скрою. И продегустирую. Вот такая у него мякоть внутри. Вкусно, 4 балла. Бреба редко бывает. Очень вкусная, 5 баллов. Единственный сорт, который я всегда отмечаю в своих видео, это Инчарио Бранко. Сейчас дойду на него там. Видел еще несколько штук бреб не снятых есть. Может, сегодня после дождя что-то дозрело. Ну, на этом я свое короткое видео сегодня заканчиваю. Всем успехов, инженероводство!